Привет, интернет, это Игорь из Австралии. Тут вдруг у меня узнал, что я делаю видео для канала об Австралии. И пригласил меня на прогулку со своей собакой, показать парк, который создан специально для собак. Потом пойдемте посмотрим. Австралийский овчаренок Макс выглядит точно так же, как и что обычная овчарка немецкая. Сиди, сиди. Сядь. Сидеть, Макс. Слегка непослушный, он еще щенок, ему около года. Он же такой большой выбухал. Это мы сейчас находимся в парке. Детская площадка есть, и мы уже почти дошли до площадки специально для таких псов. Австралийские детишки. Боганы. Сейчас они, конечно, не услышат такого, что музыка работает на весь район. Машины такие чисто австралийские. Этот район Брукфилд немного приличен тем, что у каждого района вот такой приятный садик, у каждого дома. Этот район находится примерно 40 километров от города. Но так в таких контейнерах в Австралию вывозят строительный мусор, который нужно специально заказывать и оплачивать. Просто так мусор выкинуть здесь, в общем-то, некуда. Там немного австралийского фривея. В ту сторону будет Баларат, а в эту сторону будет Мелбурн. Кстати, мы идем сейчас по газону, и в Австралии по газонам ходить можно. Сейчас мы подходим к тропинке, и эта тропинка состоит из глины, на которой, в общем-то, и построен весь этот район. Ну, пес нашел лужу. Поймал рыбу. Смотри, рыба, рыбу! Все, блин. Главное... Как умно сделан слив, дублируется как сама дорожка для прогулок. Некоторые дома в Австралии имеют свое название. Вот этот дом, допустим, видите, у него довольно-таки колодец на участке, тележка и имя дома Авалон. Ну, как правило, это имя дизайнера, который создан этот дом для семьи. Дом такого необычного стиля, очень какой-то низкий. Дошли мы наконец для парка для собак, который представляет собой такой вольер, в котором собаки могут бегать, прыгать и общаться друг с другом. Сюда часто приводят хозяева своих собак для того, чтобы они попривыкли к обществу других собак. А мы пойдем к этим собаководам? Да. Ну ты будешь как корреспондент, интервью возьмешь. Ну смотрите, на вон парк Догов Лит. То есть тут можно с собаками ходить без поводка. Такая клетка, которую закрываешь за собой. Security. Потом отпускается собака. И только тогда можно открыть вторую дверь. О, все. Дорвался наконец-то. Все, теперь ищите, блин, его. И то есть это довольно безопасно, да? Отпускать их. Ну, она никуда не денется.
сейчас с народом. Стрион же, Макс, наши все партнеры. Хаски. Собаководы сидят на лавочках, пока их питомцы выгуливают все. Это хаски? Можно их потрогать? Is it husky? Ну, вот такое видео получилось. Батарейка, конечно же, села в тот момент, когда мы зашли в этот вольер. Но, тем не менее, я вам показал, как он выглядит, как прогуливают здесь собак в Австралии. Если оно вам понравилось, конечно же, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии по этому видео или просто задавайте вопросы по Австралии под этим видео. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых обновлений в этом канале видео об Австралии. Спасибо большое, что смотрели. До свидания.